Снежана Снежок. И сегодня у меня будет рубрика «Веселая кухня». Я буду готовить торт «Битое стекло». Для начала нам надо развести желе. Ну а воды возьмем в два раза меньше. Готово. Теперь надо его нарезать кубиками. Ребята, у нас какой-то мини-грек подключился. Теперь нужно смешать желатин с водой. Делаем смесь из йогурта и сгущенки. Чтобы она застыла, а потом ее кушать. Ну я хочу прям сейчас! Наконец-то! Долгожданный момент! Желе застыло! Барабанная дробь! Приготовились! Раз! Два! Три! Вот это здорово! Кому понравилось это видео? Ставьте лайк! Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.